Ребятушки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про функцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Подробности в первом закрепленном комментарии. Ребятушки, смотрим Король и Шут. Группа «Дурак и молния», анимационный клип, мультфильм, ребятки. Поехали, мои хорошенькие. Хочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: «Сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь мне, мне так хочется, чтоб стала ты моей!» То по реке звучится, а только ключу, все поймать стремится. Смотреть на это выходил, как на холме изумит бегал и чудил. Он, видно, стоит головою, видно, сам себе враг. Надо ж выдумать, такой он вот дурак. То парень не заучится, то поле покручу, то поймать и биться. Ребятки, как хороший мультик, да, ребята? Какая хорошая песня, какая прекрасная музыка. Вообще, мне все нравится. Ночной герой, весь лохматый и седой, и улыбался. Поймать хотел молнию он, дурак. Никак не получалось. И туда берет, и сюда. Над ним все смеются. Все старики, старушки, девчонки, все смеются. А он: нет, я поймаю молнию. Нет, я поймаю молнию. Вот и все, ребятки. Мне очень понравилось. Пока, мои друзья. Так, ребятушки, продолжаем. Король и Шут, ведьма и осел. Ведьма наколдовала девушке, что если она будет себя плохо вести, если изменит, что-нибудь плохое сделает, она превратит ее... Кого? Это, наверное, не девочку, а парня, наверное, да, ведь? В осла. Осел уже это мальчишка ведь. То есть девочка превратит в осла. Любимого. Это девочка превратит? Да. Дальше давай. Послушаем. А я думала, какая-нибудь бабка, колдунья. Понятно. Давайте слушаем дальше, ребятки. Мой любимый навсегда жить остался у меня, и со мною по пятам уходил. Точно, девчонка превратила его в осла. Мой любимый по пятам ходил за мной и остался жить у меня. Точно. Она же вообще его к себе забрала, правильно? Ослик это. Я старалась, я могла, но ничем не помогла. Он ко мне
нормальный образ привести, облик. Но у нее не получалось. Никак не получалось. Очередной сюжет сказки. Очередная сказка. Она так и не смогла его превратить обратно. Ведьма, говорит, я, говорит, ведьма. И никак не смогла я свою любовь спасти. Так он осликом остался. Вот остался он осликом. Понравились эти две сказки? Мне понравилось. Вообще мне эта группа очень нравится, ребятки. Кто не слушал, слушайте, ребятки. Интересно. Это сказка. Самая настоящая сказка, ребята. Вот сказка.